Выключаем брелок. Откручиваем винтик внизу брелка. Аккуратно вскрываем корпус. Я использовал пластиковую карту. Первый раз вскрывается тяжело. Верхняя крышка вскрывается труднее. Она крепится на четырех защелках. Спереди две большие защелки. Снимаем плату, оттянув верхнюю защелку. Снимаем боковые кнопки. Плата защищена от аккумулятора пленкой на двусторонней клейкой ленте. Отделяем аккумулятор. Он держится на двух защелках и приклеен к задней крышке. Старый уже немного вздулся. Снимаем пленку с аккумулятора. Отпаиваем провода аккумулятора. Аналогичного аккумулятора не было, а поменять надо было срочно. Поэтому купил то, что было в наличии, чтобы вписаться в размеры брелка. Полагаю, что его емкость не больше 100. Залуживаем провода. Полярность помечена на плате. Припаиваем провода аккумулятора. Включаем, чтобы проверить. Работает. Выключаем и собираем обратно. Так как аккумулятор меньше по размеру, посадил его на двустороннюю клейкую ленту.
Загибаем провода в выемку на плате, чтобы не мешали при сборке. Клеим обратно защитную пленку. Выемка на плате. Ставим плату на место. Вставляем боковые кнопки. Закрываем корпус. Закручиваем винт. Достаточная емкость старого аккумулятора.